Дед Мороз, снеговик, фарфоровые игрушки, зимние забавы и рождественские гуляния. Более 20 новогодних украшений представлены на выставке музея Гжельского государственного университета. На днях открылась экспозиция под названием «В гостях у сказки». Сегодня для нас действительно очень интересное событие. Сегодня мы открываем выставку, которая называется «В гостях у сказки». Наши студенты с удовольствием работают над этой тематикой, потому что она их погружает в детство, она позволяет им показать, насколько у них богата фантазия и как они могут порадовать всех, кто приходит в музей наш. И, конечно, я поздравляю и наших руководителей, потому что они действительно вкладывают душу при выполнении любых творческих работ. На новогодней выставке представлены дипломные работы будущих специалистов в области декоративно-прикладного искусства под руководством заслуженных художников России. Изделия выполнены из фарфора и майолики в технике подглазурной и надглазурной росписи. Знаете, вот в наше сложное время, наверное, больше, чем в прежние годы, хочется сказки, хочется добра, хочется тепла. И вот несмотря на то, что эта выставка новогодняя, и она посвящена тому, что принято связывать с Новым годом, это снег, это катание на санках, да, это елка, елочные игрушки. Но вот если посмотреть, я рекомендую всем побывать на этой выставке или хотя бы виртуально посмотреть, она настолько теплая, она настолько греет душу, потому что, наверное, потому что это сделано с любовью нашими студентами, нашими преподавателями, под сенью их талантов. Когда делаешь то, что будет приносить радость людям, то, наверное, оно и получается вот такое чудесное. То есть маленькие чудо, маленькие чудеса, о которых мечтают все дети, а потом они своими руками эти чудеса дарят миру. Ну, вот это, наверное, главное в этой выставке. Идея открытия экспозиции «В гостях у сказки» принадлежит администратору музея Юлии Овчаренко. На выставке представлены работы студентов 1994 года. И тема «Новый год» возникла не случайно у нас. Посмотрев на то, что как бы у нас, какие работы у нас были, мы собрали выставку. В центре выставочной экспозиции стоит елочка, украшенная фарфоровыми игрушками. Они изготовлены по мотивам повести сказки Гофмана «Щелкунчик и мышиный король», расписаны студентами и преподавателями университета. Выставка продлится до середины февраля, и в скором времени откроется онлайн-экскурсия. Сергей Григорьев, Алена Иванова, Сергей Дружинин для программы «Городские вести».